Добрый день, дорогие друзья. Сегодня день воскресный. Я в Геленджике. Вот в рамках своего труда в Альянсе, в Российском Ивановском Альянсе, посещаю различные церкви, узнаю, как обстоит ситуация с домами молитвы. На богослужение сегодня пошел в 10 утра, вот церковь Ивановских христиан-баптистов. Хорошее служение, церковь. Буквально свободного места нет, много приезжих, приезжающих с Сибири, с Центральной России, с Севера. Много людей разных. Несмотря на то, что вот Анапу там какое-то бедствие постигло, люди все равно едут в церкви, бывают в церквях, слава Господу. Вот, к сожалению, не знаю, поговорили вот с пресвитером, у них только свое общение вот такого работы, как мы понимаем, работы в Альянсе всех церквей, всех протестантских конфессий, как я понял, не ведется. Но все впереди, Бог хороший, мы должны быть вместе, должны молиться все вместе, не взирая на свои конфессии, на свои, так сказать, формы богослужений и на свои привычки. Бог сегодня объединяет нас всех. Благослови Господь всех нас. Аминь.